Привет, привет! Привет, братва! Здорово! Здорово! Привет, Жорик! Привет! Привет, мужики! Сидели в шоколаде, слышали музыку. На душе колонках никого не было. Вот как хватит. Заряжает оружие. Грозное оружие водяных пиратов. Покажи, что ты нашел. Знаешь, что это? Это жук. Привет, это Саша, такой за Максим. И Андрюша, привет. Идем подарки. Подарки, идем подарки. Подарки, подарки. А тут же есть с нами профессиональная это. Давай же посмотрим, конечно. По времени, да, и что, как рыбка? Все будет. Хорошая рыбка. Все. Снял? Да, снял. Прячу. До 7 часов нам не надо видеть. Нам не надо. Пострижемся в Германии. Ну что, мелкие там на подарки получают. Какие красивые шашлыки. Ребята, еще надо снимать половину. Уже все не почищены. А собака не отходит от этого. Все, она ждет своего часа. Давай, наверное, еще наберут. Пора, да? Какое кайфовое видео. Лучи такие, знаешь, из этого дымные. Такие, что Властелина колец. Такое, знаешь, такие. Ну, смотри, сейчас дым пойдет. Смотри. О, смотри. Вот. Мяско на с майонезом нормально. Классик. Ушурей. Вы не пальцы глаза, дорогой. Да, очень интересно. Конечно, фотоаппарат потрясающий. Такой огромный, с таким огромным объективом. Да, там сразу там не показывают. Пусти, Ашурик, да, пожалуйста. Это папа был. Мне кажется, был пёс. Подзор, мороженый. Когда я называл лимон, он его хавал, он начал делать лимон. И у него начинали выделяться слюни, и он чавкал, и они надувались в пузыри. Короче, две виноградные грозди так вот висели сбоку из слюни. Смешной такой был. По 3 евро стоит, по 50 бокал. Умножаем на 7. 21 евро. Мы вот на мероприятии, на чемпионате пили пиво. Что было по чемпионату? Да ладно, ну, на этом чемпионате, где мы ездили, раздавали кеговое пиво, то сколько оно должно быть? 4 евро. Причем 0,4. Почему? 3 девичьи под окном. Да, самые мы тоже. Я же поэтому стал фотографом и видеооператором, что я сниматься вообще не люблю. Я люблю снимать. Да, 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 я не снимаю.
бесконечный мир, о котором я не знала. Остается.